Всем привет! Сегодня мы протестируем, сколько проживет это колесо. Вот заднее я поставил новое, переднее вот уже немножко сношенное, но вполне еще живое. Засекай время, часы в кадр. Сколько? Озвучь. Не тряси. Давай. Блин, издалека снимай, не меня в лицо. А ты не бузи. Зая влупится. Не бузи. Молодец. Кузин! Еще живо, но уже проявляются. Да, не то, что проявляются, а уже все рыхлое, все уже. Но еще не убито. Убито. Вот зая попой крутит, а? Он наяривает. Вот, молодец. Это означает, что пора домой. Колесо стерлось. Все, становится опасно. Оно колесо? Непросто, оно как-то вообще дико сносилось. Вот оно как-то время, с одной время, стороны. Время. За час. Колесо сносилось за час. Колеса хватило на час. Напишите в комментариях, что бы это значило, почему такое происходит. Я слишком толстый или слишком сильно метну хвостом? Нет, спасибо. Просто это ты слишком много весишь, а этот скейт рассчитан на детей.